Анна и Елена, что это? Скажите, пожалуйста. Это камушки с могилки отрока Вячеслава. Мраморная крошка. А почему вы принесли сюда к нам в студию эту мраморную крошку с могилки этого отрока? А потому что именно эти камушки, именно этот отрок вернул меня к жизни. Что ж у вас произошло? Расскажите. В подростковом возрасте у меня начались кожные болезни, витилиго. У меня они еще сопровождались прыщами, угрями, фурункулами. Вот. И, к сожалению, из-за плохой экологии, как раз в старших классах, у меня эта болезнь обострилась. То есть кожа как бы начала слазить, пошли как бы ранки. Вообще. Это вот так ваши ручки выглядели как раз. Ой-ой-ой. У меня началась депрессия, естественно. Ну, тем более мальчики, девочки, конечно. Да, мальчики смеются, что у тебя с лицом, что у тебя... Что это вообще такое, что ты за чмо и такое вот. В общем, это было ужасно. Одним словом, у меня были попытки неоднократно суицида. Вот, к счастью, слава богу, все хорошо. И какой шаг вы предприняли? Поехали на могилку отрока? Как только я узнала о нем... У меня сразу, знаете, вот что-то как щелкнуло во мне. Я сразу... Надежда посетила. Да, понимаете? Он как бы, его жизнь окутана какой-то тайной. Ты когда вот, первый раз, когда я узнала о нем, я как-то, ну я не знаю, как-то что-то родное в нем нашла, понимаете? У меня как бы загорелся, во мне загорелся огонек. То есть вот эти мысли о суициде как-то отошли в сторону. А когда я съездила к нему на могилку, у меня вообще... Я вообще забыла об этих мыслях. Смысл моей жизни стал помогать людям, тем, чем я смогу. Это после того, как вы посетили могилку? Именно после этого. И произошло исцеление.